как она тебе дает, все, это капец. Да, скоро будем расчищать, да. Не-не-не-не. Ага. Ничего, ничего, это нормально. Чухай, чухай, чухай. Где пузо, вон снизу, ага. Вот сбоку, сбоку, сбоку. Сбоку, сбоку. Тихо, так с ней нельзя. С ней только лаской. Она у нас дама такая. За ухом. Пружина, да? Мощная кобыла, и холка, и грудь, все мощная. Ноги сухие.
единственный тренер, который к ней отнесся по-человечески, это Иван Кочетков, это брат мой. Вот он ее подготовил, когда она у Лун Хвау выиграла жеребца. Да, она ущипнуть тебя за жопу хочет. Гля, глаза пьяные у нее от удовольствия. Пузо наливается, да? Конечно, на витаминах, на мюслях, на премиксе. Самое, знаешь, что интересно? Те, кто их холит, лелеет там, в тепле они. Лошата слабенькие. Да? А вот которые матки вот привыкли к морозу, к холоду и питаются хорошо, как мои, правда. Крепкие потом, понял, уже ребята, и ноги крепкие. И они сами ни разу не чихнули, не закашляли. Ты ж видишь? Конечно. В Америке матки вообще в денник не заходят, только на 2 недели, когда жеребятся, понял? А так ходят под навесом, живут, кормятся в волю. Все в волю, вода в волю, корм в волю. Они как медведицы там заросшие ходят в Америке, как медведихи. У них зима мягкая, как вот у нас на Кубани, такая же в Америке зима. Только на выжеребку. За 2 недели до выжеребки заводят в конюшни, только так. Да, нам бы покрыть, конечно. Но... А? Тише ее. А это она ревнует. Это я подошел, это она начинает выпендриваться. Понял, да? Так, на, Гриша. На, теперь тряпочку, понял? И сначала начни с лица. Медленные движения, плавные, чтоб как ласкаешь ее. О, все, она тебе тоже шею дает, гля, ласкается, гля, как кошка тащится. Гля. Бенефиса тоже прям, внимание. Обходи, ага, не бойся, ага. О. Она выпендривается. Грудь снизу, вот, сбоку, плечо.
по шее его. На себя, укороти поводок. Чё это она? Выведи, ага. О, все.